парке Малевича установили каток с хоккейным бортом и искусственным льдом, площадь которого составляет 1250 квадратных метров. Одновременно на льду могут находиться 100 человек. Для сравнения, в соседнем парке Раздоле площадь катка 525 квадратных метров. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов лично проверил готовность объекта, отметил, что работы завершат не позднее 15 декабря. Каток будет работать каждый день. Коньки можно приносить свои или взять на прокат.